Армения обсуждает с Россией организацию нового пропускного режима для иностранцев на территорию Нагорного Карабаха. Об этом, как передает канал 13, главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Зарес Синянян заявил в интервью РИА Новости. Он отметил, что обсуждал этот вопрос на встрече замминистра иностранных дел России Андреем Руденко. Люди, у которых нет российского или армянского гражданства, начинают испытывать проблемы с этим. У нас огромная диаспора, они привыкли летом приезжать в Армению. Они любят также посещать Нагорный Карабах. И вот предстоящим летом может сложиться ситуация, когда много людей захотят поехать в Нагорный Карабах, но не смогут это делать из-за этого режима, заявил Синянян. Сейчас новый режим такой, что надо подать заявку за 7 дней до поездки, потом список передается российским миротворцам, а потом решается, кто может приехать, а кто нет, посетовал Синянян. Тот факт, что желающие посетить эти районы иностранцы получают отказ, косвенно подтверждает информацию о том, что российские миротворцы утверждают этот список с азербайджанской стороной. Официальная позиция Баку заключается в том, что Лачинский коридор предназначен только для армян, проживающих на подконтрольных российским миротворцам территориях. Любые визиты иностранцев в регион Нагорного Карабаха должны быть согласованы с Баку. Позиция Азербайджана по этому вопросу остается неизменной, неоднократно заявлял МИД Азербайджана.